Уже не кричит, когда есть хочет, нет? Кричит. Она как слышит меня на кухне, сразу орать начинает. Угу. Да тут не смотри, сколько места тут. Кажется, тут у мамки нет постоянно рядом. Привыкай к самостоятельной жизни. Да, можешь. Не хочет она никак привыкать, она же с лица спала. Ни в какой. Ну, травку чуть-чуть ест, правда, смотрю, сейчас поковыряла носом, не ест. Вот рожок ей, все. Варя, ты такая большая, ну. Уже самой надо кушать, Варя. Я ничего не знаю. Буду взрослой свиньей, буду принимать из рожка кормить. Ей просто внимание нужно, скорее всего. Ну, никакой не хочет есть сосиски. Ни в какую сосиски не ест. Ну, я говорю, хотя она сейчас носом подвигала, что-то там порыла. Уже прогресс. Ну, нос в каше. Так это я ей пихала. Я на пальцы набираю, и пальцы в рот она обсасывает. Глаза грустные. Да, скажи, мать бросила. Переселила от себя. Выселила. Выселила. Выселила из клетки в бокс. Ты же должна расти. Ты уже в клетке-то тебе тесно. Вот поведу на одну кухню. Ну, молодец. Все как положено. Скажи, постоянно. И сеном теперь пахнет, потому что спит в сене, заливается. Что ты меня роешь? Чтоб молоко быстрее шло. Куда быстрее? Там льется. Так, думаю. Тут скользко же, ну. Другой щит сюда, вот этот скользкий.